Калининском районном суде Новосибирска начался процесс над Шокжахоном Абдумаликовым, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности. Работая на стройке, он уронил мешок с цементной смесью на своего коллегу. В зал заседаний фигуранта доставили в наручниках и под конвоем. Окончание следствия он дожидался в СИЗО. Сам инцидент произошел осенью минувшего года на улице Тайгинской. Занимаясь отделкой фасада жилой высотки, мигрант не удержал стройматериал. Груз упал с 12-го этажа прямо на голову другому рабочему. Шансов выжить у него не было. Весил мешок штукатурки больше 25 килограммов.